15 июня – день активных и смелых действий. Всем знакам зодиака можно смело устанавливать новые контакты, посещать любые массовые мероприятия и вечеринки. Овна, если пойдете на поводу у соблазнов или проявите слабые стороны своего характера, то ничего хорошего в жизни не ждите. Сплошные неприятности и проблемы, а вам они зачем? Соберитесь мысленно, не ведите себя легкомысленно, все планы внимательно продумайте. Тельцы, вам 15 июня главное не уронить свое лицо, в смысле не дать повода думать о себе плохо или смиренно выслушивать критику в свой адрес. Да, на жизненном пути ожидается немало переворотов, но не все они ведут к плохому результату. Благодарите судьбу за все, когда получите настоящий подарок. Близнецы, можете строить планы. Если будете серьезно и ответственно относиться к работе, то карьера пойдет в гору. Важно не расходовать свои энергетические запасы впустую. Поделитесь богатым опытом с молодыми коллегами, но не будьте занудами. Раки, новый день готов осыпать вас подарками судьбы. Такой денек выпадает нечасто. Во-первых, круто изменится личная жизнь. Одиночки наконец-то познакомятся с человеком, который дарован им судьбой. Кстати, если было желание освоить новую профессию, то тоже все получится. Львы, вам звезды обещают напряженный день, поэтому никаких кардинальных решений или бездумных шагов лучше не предпринимать. Пора сделать остановку, передышку и заняться чем-то спокойным. Возможно, что здоровье даст сбой. Обязательно прогуляйтесь перед сном. Девы, новый день станет для вас собирательным в плане разной информации. Ее будет нереально много, поэтому перебирать придется долго и дотошно. Энергетический и творческий потенциал высокий, не комплексуйте по поводу его реализации. Весы, вам лучше позаботиться о своей репутации, которая уже ниже некуда. По крайней мере, вам так ее преподнесли, поэтому остерегайтесь слухов и сплетен. Творческие планы реализуются, а вот финансовые вопросы застопорятся. Не исключено перспективное амурное знакомство. Скорпионы, вас ждет загруженный работой денек, но не стоит вызывать к себе жалость. Лучше выполняйте задания по строгому плану, особенно если срочно нужны деньги на покупку или дальние путешествия. Стрельцы, у вас 15 июня идеально пройдут деловые переговоры, командировки и совещания. Это во всех смыслах удачный день, когда ничто не помешает совершить рывок навстречу карьере. Коммерческие вопросы тоже пойдут на взлет. Вот только экономьте накопленные средства, чтобы их выгодно затем вложить. Козероги, если внутренне не готовы к переменам в жизни, то и не стоит их рассматривать как вариант глобального переворота. Живите себе спокойно и наслаждайтесь теми моментами, которые дарит вам судьба. Главное, не копайтесь в себе, вы ни в чем не виноваты. Вечер готовит для вас сюрприз и новости. Водолеи, у вас впереди день повышенной активности, значит, можно наметить встречу, заняться спортом или отправиться на турбазу. Не подавляйте в себе эмоции и желание творить, все это принесет огромную пользу. Все то, что задумали, сбудется. Не рассказывайте всем подряд о своем романтическом увлечении. Рыбы, по мнению звезд, вас ждет солнечный день. И не потому, что на дворе лето, а потому, что наконец-то вы помиритесь с избранником, получите премию и так далее. Масса других поводов для радости будет. Вам захочется петь и летать одновременно. Энергетика 15 июня расположит всех знаков зодиака к отдыху. Прекрасным решением будет провести день дома за домашними делами, но при этом генеральную уборку или глобальный ремонт лучше исключить. Звезды знают, что говорят.